Долгожданное обновление салона бракосочетания в Обнинске началось в конце июня. От подготовки к работам перешли быстро, и сегодня помещения ЗАГСа выглядят так. Это первый этап ремонта – демонтаж, который подошел к концу. Касается он не только стен, пола и потолков. Под замену все коммуникации. Будет полностью демонтировано старое отопление, система вентиляции и заменено на новое. Требовало срочного вмешательства еще несколько лет тому назад. Потому что система отопления, она уже не работала, была забитая. Старого образца, это 60-70-е годы. В залах было очень холодно. То же самое, скажем, про систему канализации. Она вся потекает на местах чеканки, имеется трещина на чугуне. Все это требует замены. Заменят и вентиляцию. Сотрудники ЗАГСа, молодожены и гости часто жаловались на духоту в комнатах жениха и невесты, а также и в самом зале торжеств. Проблему устранят. Вот здесь под потолком подрядчики обнаружили пустоты. Свободный объем под перекрытиями решено использовать с толком. Пустота совмещается с техпомещением. И было очень много жалоб от жителей верхних этажей, что когда радостные крики, поздравления, громкая музыка. Все это доставляло им дискомфорт. Поэтому все эти пустоты будут шумоизолированы. Для жителей будет больше комфорта, тишины. Конечно, большое внимание было уделено будущим визуальным изменениям салона бракосочетания. Все-таки сюда приходят в один из самых важных дней в жизни – в день создания семьи. У проектировщика и дизайнера стояла непростая задача – создать торжественный, но современный зал для свадеб. Определяли совместно с сотрудниками ЗАГСа дизайнер здесь прорабатывал, очень много было согласований. Цветовая гамма внутреннего зала, ну вообще всех помещений ЗАГСа очень интересная, очень яркая. Я думаю, интереснее будет увидеть, чем сейчас вот описать, это невозможно. Для жителей города важен вид и внешней стороны ЗАГСа. Здесь все останется знакомым. Скульптура рук с обручальным кольцом и летящая пара лебедей, как символ верности. Однако все элементы будут обновлены. Также входная группа будет отремонтирована. Установлен навес перед входом, обновлены декоративные панели. Подрядная организация, получившая право реализовать важный для Обнинска проект, в Наукограде работает впервые. Но перед заключением муниципального контракта история работ компании была изучена. Серьезных нареканий к бригадам в прежних местах работ не возникало. Первые брачующиеся войдут в обновленный зал торжественной регистрации в ноябре. Именно тогда ремонт будет завершен. Анна Шапошникова, Евгений Соколов, Обнинск ТВ.